Ну вот наши гости сменились, и у нас теперь за столом наставник квантума хай-тек Павел Скворцов и Марина Залегаилева, правильно? Залегаилева. Вот, ладно. Здравствуйте. Я буду, наверное, сегодня вечером вашу фамилию раз 13 повторять перед сном, чтобы однозначно ее запомнить. Она уже наставник квантума промышленный дизайн. Все верно? Да. Тут я не ошиблась. Давайте с вами продолжим разговор об этом замечательном, интересном технопарке «Кванториум». Давайте каждый из вас расскажет о своем направлении поподробнее, да? Хорошо. Давайте тогда с Марины начнем. Давайте, промышленный дизайн. Промышленный дизайн — это такое направление науки и техники на стыке технологии искусства, которое занимается созданием внешнего вида разнообразных технологических устройств и оборудования в ходе техника художественной деятельности. У нас квантуме... у технологических устройств должен быть еще определенный дизайн. Да, красивый, стильный, эргономичный дизайн. Угу, ясно. Вот, с детьми мы будем заниматься созданием таких дизайнов, будем учиться с ними рисовать эскизы, моделировать, прототипировать и делать макеты. Угу. Мы будем решать реальные задачи из жизни, будем сотрудничать с предприятиями, будем помогать и им, и развивать свой квантум. А, например, вот что-то можете, какой-то образец привести? То есть сложно так понять в теории, что, ну, поняла, что это представляет собой этот промышленный дизайн, но вот конкретно вот что? Какие-то есть проекты, да, у нас, да, могут быть. Да. Ну вот, например, уже коллеги, которые работают в других городах, в нашем квантуме, они, например, сейчас сотрудничают с реальным предприятием, с КАМАЗом, и их ученики занимаются разработкой концепта КАМАЗа нового. То есть они его рисуют, делают модельки, и у них есть такой стимул хороший этим заниматься. Угу. Потому что проект реальный, он полезный. Интересно, вот, как будет выглядеть КАМАЗ в ближайшее время. Хорошо, Павел, ваше направление хай-тек. Да, я преподаватель хай-тек цеха. И мы там будем, собственно, с детьми заниматься тем, что будем воплощать какие-то идеи в жизнь. То есть вот, например, даже взять тех же дизайнеров, они сделают какую-то очень... стильный дизайн КАМАЗа, да. У нас в хай-теке дети учатся тому, что работают на различных станках и воплощают в жизнь те задумки, которые появились у других детей или у них самих. То есть у нас в квантуме, например, есть различные станки с программным управлением, которые могут работать независимо от человека. А задача человека, собственно, писать так программу, чтобы получилась желаемая заготовка. Угу. Вот так вот. Смотрите, когда вы говорите «станки», у меня так мороз по коже, потому что там, наверное, нужны какие-то еще, нужно соблюдение мер определенных безопасности, правильно? То да, есть... разумеется. Ну, на самом деле, должен сказать, что большая часть оборудования у нас образовательная. И, ну, и мы не берем, к сожалению, ну, так получилось, детей младше 12 лет. Потому что связано с определенной опасностью. Оба эти направления, да? А, нет. Нет, мы берем детей 7 лет. Да. У нас оборудование более-менее безопасное. Вот. Более-менее. Наши основные ученики, это в основном как раз-таки 1-4 класс. Так получилось, что записались в основном младший возраст. Ну, то есть родителям не переживать за своих чад? Нет, переживать за безопасность, я думаю, не стоит. А вот дети, как первых сколько, наверное, человек в группе там получается? Есть? Ограничения? Ограничения, да. Разумеется. Ну, в большинстве квантумов у нас ограничения до 14 человек. А в хай-теке из-за оборудования, соответственно, у нас ограничение 10 человек, потому что у нас, мы когда закладывали... покупали оборудование в наш квантум, мы ориентировались на 10 человек. То есть у нас, например, в классе у каждого ребенка есть свой 3D-принтер. Поэтому у нас ограничение 10 человек. И на каждых двух ребят у нас один фрезерный станок настольный, который стоит сразу прямо в учебном классе. Ребенок может со своего же компа написать какую-то программу, начать обработку. То есть очередь не будет выстраиваться? Нет, ни в коем случае. И кроме этого, у нас есть еще отдельная грязная зона, в которой, ну, условно грязная, то есть там стоят станки, которые производят больше пыли, ну, скажем так. И там находится уже один промышленный станок фрезерный. Это для того, чтобы у детей было представление о том, не просто вот что маленький фрезер настольный, такой безобидный, хороший, а там стоит промышленный образец станка, на котором дети смогут под чутким руководством наших преподавателей поработать и понять, как это происходит на реальной работе. Чтобы для них не было шоком, когда они придут потом на работу, что вот огромная такая махина страшная. Вот. Ну, ясно. То есть первый вопрос у меня как раз был по безопасности, а второй вопрос по педагогическому составу. То есть мне тоже хочется понимать, кто преподает, что это за люди, можно ли им доверять. И бывает ли, например, тоже у ваших педагогов повышение, там, курсы повышения квалификации проходят? Да, ли они? Разумеется.
И давайте, да, давайте тогда. Ну, все преподаватели, на самом деле, нас отбирались в несколько этапов. Мы писали резюме, нас собирали какие-то данные, они отправлялись в Москву, и федеральные руководители программы «Кванториум», они проводили отбор. То есть либо рекомендовали человеку, либо оставляли на усмотрение региональным властям, либо полностью отказывались от него. И кроме этого, мы, разумеется, проходили отбор наших местных руководителей. После этого те люди, которые прошли, собственно, эти два отбора, они были отправлены на обучение в Сколково, и которое тоже проходило два этапа. Первая часть обучения, у нас все преподаватели ездили на это обучение, все его успешно, между прочим, прошли. Я забегаю вперед, скажу об этом. Оно проходило два этапа. Первое проходило непосредственно Сколково, у них там находится такой, как сказать, технопарк. Эталонный кванториум. Вот такой, как он должен выглядеть. Отец всех кванториумов. Ну, можно и так сказать, да. То есть, и мы там проходили обучение, оно проходило два этапа. Первая неделя обучения таким называется сейчас мягким навыком, soft skills. То есть нас в основном учили педагоги, как подавать материал, как выводить детей на то, чтобы они сами занимались какими-то своими проектами, придумывали какие-то свои новые идеи. И вторая часть обучения проходила у всех преподавателей в разных местах по направлению. То есть брался по стране самые кванториум, где лучше всего развито это направление, и людей отправляли туда. Вот, например, мое направление, мы с напарником, с моим коллегой Артуром ездили в Пензу. Считается, что там сейчас самый лучший хай-тек квантум у нас в России. И там нам показывали оборудование, примерно такое же, как у нас сейчас расположено. Давали советы потом, как его лучше расставить, как проводить пусконаладку, как на нем лучше работать, ну, то есть в таком ключе. Вот. И после обучения, то есть нам вставляли там какие-то баллы, делали психопортреты, как мне потом рассказали, и выдали сертификаты тем, кто прошел. Хорошо, вот. Хорошо утвердили, да, на должность. Все хорошо. А у вас, Марина, тоже так все сложно происходило? Ну, да, на самом деле сложно, но обучение у нас происходило вторая неделя в Сколково, то есть наш hard skills. Нас обучали... У вас soft тут hard? Нет, имеется в виду первая неделя педагогика soft skills, а потом работа с оборудованием. Жесткие навыки. Нас обучали взаимодействовать с оборудованием, работать в разных программах, которые нужны для промышленного дизайнера. Это разнообразные программы для рисования, такие как Sketchbook Pro, для моделирования Fusion 360. Нас обучали каким-то таким финтам каким-то. Много для себя открыли нового? Ну, на самом деле... Или было не удивить уже? Нет, ну что-то новое было, конечно, но в основном эти программы нам уже были знакомы, мы работали с коллегами. А как вы считаете, вот вы говорите, в Пензе все хорошо с хай-теком обстоит, да? А какие у нас перспективы у нашего региона? Ну, если честно, когда я туда, вот вы задали вопрос Марине о том, получил ли какие-то новые навыки, для меня было просто шоком, как у них там все хорошо устроено. Это вот я приехал туда, я понял, вот сейчас в Владикавказе буду делать точно так же. Мне очень у них понравилось, как у них все устроено, как у них оборудован хай-тек цех, как у них преподаватели взаимодействуют с детьми. То есть я там, эта неделя для меня просто была такой марафон, я каждый день узнавал что-то новое, записывал все, запоминал, старался. И по прибытии сюда, причем на самом деле нашего кванториума получился, как сказать, такая... Очень удобное положение. У нас отправили на обучение до того, как к нам пришло оборудование и до того, как было готово здание. Поэтому после приезда я побежал сразу к нашим строителям, начал вносить правки в то, как будет выглядеть мой кабинет, там, начал ругаться с руководством, что вот я хочу не такой станок, а хочу такой станок, он лучше. То есть я постарался сделать как... У лучших и деятельное даже участие приняли. Да, я постарался. Хорошо, вы сказали, что вас обучали тому, как заинтересовать ребенка. Вот мне тоже интересно, можно приоткрыть завесу тайны? Как заинтересовать ребенка? Какие вы используете методики, чтобы увлечь? Да. Мне кажется, самая главная методика – это то, что мы работаем с реальными проектами, взятыми из реальной жизни, и у ребенка есть стимул что-то сделать полезное. Не просто учиться ради того, чтобы научиться, а чтобы решить какую-то жизненно важную проблему. И помочь себе и обществу сделать его лучше. Ну, не стоит бояться мальчику, который, в принципе, не имеет таких вот склонностей к робототехнике или просто к технике. Например, он вообще художник. Но ему интересно, он хочет прийти и посмотреть, может быть, что и получится. Вот ему
Имеет смысл идти к нам? Ну, разумеется. Если ему это интересно, нужно прийти к нам и посмотреть, как это все происходит. И не бояться. Ни в коем случае. Он должен понимать, что на самом деле мы тут, мы как бы не школа, не университет, который вот говорит, ты всю жизнь будешь работать по вот этой профессии, должен это научиться. Нет, мы стараемся дать ребятам те навыки, которые могут им быть полезными в жизни. То есть даже если этот человек потом будет всю жизнь играть на барабанах, ему может понадобиться там, уметь нарисовать какую-то красивую вещь или спроектировать что-либо. Да, ну, еще хотелось бы понять, сколько стоит обучение в вашем технопарке. У нас все абсолютно бесплатно. Если есть какие-то сообщения о том, что с учеников берут деньги, не верьте, это все мошенники. Это что-то... Ясно. Ну, и просто мы с Завеном не успели обсудить остальные направления. Вот, если бы вы могли мне тоже пояснить, что, например, значит промроба, да, направление, или аэро. Можем, конечно. Да? Могу про аэро рассказать немного. Давайте. Чтобы мы уже, чтобы наши зрители сразу понимали, что они, куда они придут, зачем они придут и куда они пойдут, собственно, уже в технопарке самом. Аэроквантум — это такое направление, где учатся собирать, конструировать и программировать беспилотные летательные аппараты. То есть там собирают квадрокоптеры, самолеты, модельки. Их учат программировать и летать. Устраивают всякие соревнования, связанные с... тоже коптерами. Вот это, наверное, самое захватывающее. Если соревнования, еще и мальчишки, еще и коптеры. Я даже не представляю, какой там у них ажиотаж. Ясно. А промроба, по-моему, уже было, да? Нет, промроба. Ну, на самом деле, это... Он еще недавно назывался просто робоквантум. Сейчас решили переместить чуть-чуть в сферу промышленной робототехники. То есть и там учат детей, собственно, собирать роботов, программировать роботов. У нас из оборудования там имеется промышленный манипулятор. То есть вот это что? Штука? Ну, например, я думаю, многие видели в интернете или в телевизоре ролики, как собирают автомобили. То есть несколько... Остов автомобиля движется по конвейеру, несколько манипуляторов с нескольких сторон, кто-то там подваривает шов, кто-то прицепляет очередную деталь. У нас вот есть образовательный, как сказать, образовательный экземпляр такого робота, на котором дети смогут научиться его программировать, заставлять выполнять какие-то задачи. Таким образом. А на какое время вот рассчитано обучение? То есть за какое время ребенок, придя к вам, может научиться чему-то, например, там, проектированию или... Чем бы то ни было. Обучение рассчитано около 3 лет. То есть за 3 года, считается, ребенок освоит необходимые навыки. По любому из этих направлений? Да. Ну, у нас имеется вводный модуль, то есть первые полгода ребенок учится работать именно на оборудовании, которое представлено в каждом квантуме, а потом уже начинает делать какие-то конкретные вещи. И вот эти 2,5 года, которые остались, он посвящает этому. То есть, чтобы не просто он научился и знал, что вот если нажать эту кнопку, произойдет что-то, а чтобы он знал всю цепочку производства от идеи до конечного результата. А что мы будем иметь на выходе? Я надеюсь, на выходе мы будем иметь следующее поколение, которое будет владеть навыками, которые помогут им в жизни. Таким образом. Например? Например? Да. Ну вот... Мне хочется практической пользы, вот чтобы я понимала. Ну, взять... Какую практическую пользу принесет мне мой сын, если я его к вам приведу? Практическая польза, я думаю, можно начать с тех же командных навыков. То есть мы в конторе еще стараемся заставить детей работать в команде. То есть он больше социализируется, он больше научится общаться с другими детьми, достигаться какой-то цели. И кроме этого у него появятся навыки, которые... Вот, например, у меня в хай-теке мы работаем, кроме того, что просто с ЧПУ-станками, мы работаем и с ручным инструментом, начиная с там, с лобзиков, молотков, торцовочных пил. То есть он сможет забить гвоздь. Ясно. Мне всегда казалось, что дети, которые вот увлекаются техникой и проектированием подобным, они какие-то особенные. Это так? На ваш взгляд? Ну, я бы не сказал так. Я думаю, что любой ребенок может научиться этим навыкам. И, то есть ему не нужно быть особенным, чтобы прийти к нам. То есть где-то тоже была информация, что мы берем только талантливых детей или каких-то... Там, с особенных школ каких-то, с особенных школ, ни в коем случае. Мы берем со всей республики, со всех... Те, кто умеет правильно на сайте заполнить анкету. И сейчас, на данный момент, вот вчера у нас было открытие, и сколько еще есть свободных мест? Вы в курсе? Ну, к сожалению, сейчас... По-моему, уже нет свободных мест. У нас уже 1000 человек на 800 мест. Поэтому пока что, я думаю, мест нет. А как же нам быть? Ну, регистрироваться можно,
дети эти в резерве, то есть если вдруг ситуация прояснится и поменяется, то, конечно же, дети попадут в какой-то квантум. Угу. Хорошо. Но в любом случае они будут участвовать в мастер-классах во всех инженерных каникулах, да, которые проводятся. Кроме обучения в квантуме, у нас планируется огромное количество соревнований по различным дисциплинам, которые мы будем приглашать большое количество народу. Планируются инженерные каникулы на школьных каникулах. Мы будем приглашать детей, которые там по каким-то причинам не могут ходить к нам на занятия или не могут... Например, квантуме находится далеко от их дома. И будем проводить различные... встречи, мы будем приглашать преподавателей из других городов, мастер-классы, разумеется, да. То есть следите за новостями, у нас будет много интересного. Подпишусь обязательно. Спасибо огромное вам за беседу, за то, что теперь задали четкое направление, например, мне так точно и многим, думаю, родителям тоже. Мы знаем, как теперь увлечь и куда отвести наших детей. А у нас в студии были наставники технопарка «Кванториум» Павел Скворцов и Марина Залегаилева. Да, спасибо огромное. У нас реклама на канале.